Вот что касается национальной идеи. Национальной идеи, с моей точки зрения, у нас сегодня нет. Ну, нет в России национальной идеи. Есть масса, так сказать, того, что выдается за национальную идею. Скажем, если сумасшедшие фанаты орут бесконечно «Россия! Россия!», даже не понимая вообще, что происходит на поле, а лишь бы поорать, и это считается проявлением патриотизма и национальной идеи, нет. Попытка сделать спорт и победу в спорте национальной идеи – нет. Я всегда говорю, если сборная Советского Союза по футболу выиграла у сборной Голландии по футболу, то это не Россия выиграла у Голландии. Это сборная России по футболу выиграла у сборной Голландии по футболу. Вот и все. Потому что если Люксембург однажды выиграет у сборной России по футболу, это, тогда можно говорить, что Люксембург победил Россию. Чушь собачья. Бред. Национальной идеи как таковой нет. В прежнее время она была. И очень много людей, при всем том, что творилось в Советском Союзе, очень многие были искренне убеждены в этой идее светлого будущего. И отдавали жизни многие за это. Искренне верили. Вот такой идеи сегодня нет. Я ее не вижу. А замен очень много.